Главный наставник Алматинской церкви «Благодать» Ким Самсон направлялся в страну утренней свежести – Корею. Однако казахстанским таможенникам пришлось прервать путешествие религиозного деятеля. У пастора была обнаружена крупная сумма незадекларированной валюты. При досмотре у господина Ким Самсона изъяты 130 тысяч американских долларов. Вся эта сумма не была задекларирована. Его задержали. По казахстанскому законодательству обязательному декларированию подлежит сумма от 10 тысяч долларов. Откуда у скромного миссионера оказалась такая нескромная сумма денег, пастор объяснил щедростью прихожан церкви «Благодать». Когда у него поинтересовались, откуда эти деньги, Ким Самсон рассказал, что это преподношение учеников. Ким Самсон родился в 1947 году, гражданин Республики Корея, главный основатель церкви «Благодать» в Казахстане и главный ее пастор. Не снимай, пожалуйста. Не трогайте камеру. Камеру не трогайте. Выйдите. В самой же «Благодати» от комментариев пока воздерживаются, но и не отрицают. Деньги в пользу церкви они действительно собирают, абсолютно добровольно. Как правило, это десятая часть от доходов прихожан. Побором, обманом занимаются. Не, вызови это. Ага. Вы хотите сказать, что у вас нету десятины? А? Вы хотите нет. сказать, что у вас нету десятины? Нет, десятины есть. У вас в церквях есть это. Боже, Бог. Это. А он один там свидетельствует. Да вот у нас обманом занимается, собирает деньги с нас, зирает. Но это же неправда. Добровольно дают. Однако служители и прихожане церкви свято верят, что произошла какая-то ошибка. По их утверждению, уже как 2 месяца Ким Самсона нет в Казахстане. Как я вам голословно, какое-то подтверждение, информацию какую-то, я просто одно вам могу сказать, что его здесь нету, в Казахстане его здесь нету. А как давно его нету в Казахстане? 1-2 месяца, это точно. Это точно 100%. Может, вы не владеете информацией? Я официальный представитель церкви, девушка. В церкви «Благодать» уверены, что Ким Самсон сейчас находится в Соединенных Штатах Америки. Между тем, в отношении нарушителя уже возбуждено уголовное дело в Казахстане по факту попытки незаконного вывоза большой суммы денег. Айна Жакупова, Шинар Сагындыкова, телеканал «Алматы».